Культ.ФМ Твери. Нам 20 лет. Юбилейный выход в эфир для ведущих пилот радио особенный. Вот уже 20 лет на этой волне звучат голоса нашего города, его ритмы, актуальные новости и музыка. В коллекции пилот радио более 10 тысяч песен, любимые хиты радиослушателей за последние два десятилетия вещания можно было заказать в прямом эфире. Добрый день! Всем прекрасного настроения и вкусного обеда ФМ. Начинается наша программа по заявкам. Сегодня она особенная. Сегодня она праздничная в честь юбилея «Пилот радио». «Пилот радио» сегодня исполняется 20 лет. Как признаются ведущие, именно в такие праздники ощущается невероятная поддержка армии слушателей и их любовь. За 20 лет вещания аудитория радиостанции стала половиной Твери. «Пилот радио» можно услышать в Ржеве, Вышнем Волочке, Удомле, Конаково. За 20 лет, конечно, произошло очень много различных событий. Менялись ведущие, менялись форматы. Но всегда оставалось одно – настроение «Пилот радио». Наши радиоведущие всегда на позитиве. Нам очень нравится, что мы всегда можем выйти в эфир и сказать, а в Твери сейчас дождь, а вчера был снег, а завтра будет солнце. Потому что мы в данный момент можем посмотреть, что у нас творится за окном и поделиться с людьми. «Пилот радио» – единственная тверская радиостанция с собственным круглосуточным вещанием. 12 ведущих ежедневно выходят в эфир с интерактивом. Активными программами, новостями. В студию приглашают спортсменов и экспертов. Каждые полчаса в эфир выходят новости. 20-летний юбилей – только хорошее. В свой день рождения ведущая дарит подарки слушателям, приславшим лучшие фото на тему «Я и пилот радио». Что сегодня с удовольствием уже сделал Илья Шарапов, наш постоянный слушатель. «С праздником, пилот радио!» – пишет он. «С днем рождения! Слушаю вас очень давно! Самые лучшие диджеи, интересные программы, отличная музыка. Можно продолжать до бесконечности. Вы самые любимые, самое лучшее радио!» Музыка – это то, что занимает 70% эфира. С песен, выбранных «Пилот радио», начинается утро и заканчивается день тысячи слушателей. В программах, таких программах, как «Пилотный рейтинг», например, мы изучаем спрос на те или иные песни, а именно на те песни, которые вы заказываете в программах «Обед ФМ» и «Час желаний». Это программа по заявкам. Это, наверное, музыка настроения. Это может быть и рок-музыка, и поп-музыка, и клубная музыка. И все это одновременно и в одну минуту. Каждый день рождения радио отличается своей новизной, и чем старше пилот радио, тем более по-детски проходит 16 сентября. В этом году ведущие решили присоединиться к благотворительному флешмобу Ice Bucket Challenge и облиться ледяной водой. Собранные средства идут на пожертвование бездомным животным в Твери. Все готовы? Да! Да! Раз, два, три, поехали! И мы бросаем вызов телеканалу РЕН-ТВ «Пилот» нашим друзьям и коллегам «Авторадио» и МЧС России по Тверской области. Мы собираем пожертвования для приюта для бездомных животных, которые находятся в больших перемерках. Поддержите нас! «Пилот», с днем рождения! Не остается сомнений в том, что «Пилот радио», несмотря на 20-летний юбилей, радио молодое, креативное и готовое к любым вызовам времени. Процветание своего слушателя, ну и главное, оставайтесь на частоте 102.7 FM. Новых креативных идей, всегда идти в ногу со временем. И желаю работать еще как минимум лет 120, как минимум. Марина Евстратия, Илья Чечин, РЕН-ТВ «Пилот».